Ученики кадетского класса школы номер 33 выполняют команды офицера четко и быстро. До солдатов им еще далеко, но они небольшими шагами приближаются к этой цели. Сегодня эти ребята стали кадетами. Юноши и девушки торжественно принесли клятву, как водится, на плацу под кадетским знаменем. Быть честным и верным товарищем, быть образцом в учебе и поведении. Клянусь! В школе номер 33 кадетские классы открылись 8 лет назад. Шефство над ними взял Голицынский пограничный институт под Москвой, поэтому сотрудники ФСБ стали почетными гостями мероприятия и сказали ребятам напутственные слова. Будьте мужественными, стремитесь к высотам, а мы со своей стороны обязательно вас поддержим. Удачи вам, берегите себя, ребята. Вторым важным событием стало посвящение ребят в юнармейцы. Также на плацу они произнесли торжественную клятву. Вы теперь не только носите звание юнармейц и значок юнармейца, вы теперь еще и носите обязанности. Обязанности быть примером для своих товарищей, друзей, одноклассников. Быть для них помощью, быть гордостью для родителей. Во всем всегда быть впереди. Школа номер 33 уже несколько лет занимается патриотическим воспитанием детей. Выпускники кадетского класса становились курсантами Голицынского пограничного института, продолжали нести службу в правоохранительных органах. И хоть пока неизвестно, кто из этих ребят продолжит свой путь по военному направлению, но одно ясно точно – они сохранят привитые им ценности. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».